Facebook moment, the drive moment. Here's our American buddy Aaron. That's me. Good old neighbor that's seen this thing being built from scratch from day one, if anybody followed. Any words of how, you know, what do you seen in just description? Well, I saw it start from the bottom, ground up. I helped them put on the tracks. Hopefully they don't get too stuck. Hopefully, that's the key word. So anyways, the trailer, which needs to be still redone. The cab by the garage, that's the garage where it was built. We're just gonna leave right now. This is kind of a moment of, I don't even know what to call it. I mean, this is like moment of 3 truth. Months. 3 months waiting, moment of truth. 3 месяца ждали, да? Кто русский, кто английский не понимает. Значит, выезд, готовимся к выезду. Приготовились, грузимся, атаман тянет. Я что скажу, блин, офигенное чувство, вот так, я еду, а сзади Катька едет, и такое, не передать чувство, просто вот не передать, это 3 месяца, вот эти руки уже обсохли, оббитые пальчики, уже ногти уже, блин, они уже не растут, потому что они обкоцанные, мне надо съездить, блин, это самое, педикюр себе сделать, маникюр, педиком. Педиком? Юрик сделать. А вот сидит Веня сзади. Главный электрик. Маг проводки я его назвал. Это просто офигенно. А вон она, Катька. Потихоньку. Катька на прогулке. Вот она, красота. Это атаманова сестричка! Никсон! Никсон! Это атамана сестричка! Есть! Катя, Катя, Катерина! Что вам сказать, друзья, мы на снегу, Катьку увидели, свет, я вам скажу, конечно, достаточно, но много света не бывает, красный светит, мама не горюй, он подсветочка хорошо так отдает.
Кате до балды. А нам похрен мы на сноукете. Мне надо бензопилой! Я пройду там! Катерина Николаевна рулит! Стой! Не, ну идти, конечно, хорошо, но... Идти, конечно, хорошо, но ехать лучше. This is awesome. Идти, конечно, хорошо, но ехать лучше. А тебя нифига не видно. Нормально, садись.